Всем привет! И сегодня мы распакуем куколку Лол, которую я купила в Польше. Интересно посмотреть, какие у них куколки. Вот такая серия. Итак, начинаем. Подсказка. И эту подсказку надо намочить водой, чтобы она проявилась. Вот такой золотой шарик. И достаем пакетики. Теперь открываем сам шар. Открываем вкладыш. Это вся коллекция. Сначала посмотрим аксессуары. Тут у нас браслетик. Второй пакетик. Тут ботиночки. Открываем третий пакетик. Тут у нас обруч, котик. Тут у нас бутылочка. А тут костюмчик. По аксессуарам у нас будет такая. Тут звездочка. Нам попалась редкая. Давайте же скорее откроем куклу. Они прозрачные, а внутри блестки. Жвачка еще может вытягиваться и становиться чупа-чупсом. Давайте теперь ее оденем. Теперь браслетик. А теперь обруч. Всем пока, до новых встреч!